Боец в синем углу. Ему 21 год. Рост 175 сантиметров. Вес 70 килограммов 600 грамм. Его стиль ММА. Профессиональный рекорд 6 боев. 3 победы, 3 поражения. Из Кисловодска Валерий Грицутин. И его соперник, боец в красном углу. Ему 21 год. Рост 180 сантиметров. Вес 70 килограммов 700 грамм. Его стиль ММА. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Из Волгограда Магомед Мамаев. Рефери боя Армен Ананян. Вот мы видим, по росту имеет 5 сантиметров преимущества сейчас Магомед Мамаев. Ну, посмотрим, насколько он сможет реализовать свое преимущество в росте. И у нас первый раунд. Очень прытко начал Валерий Грицутин. Да, была попытка лоу-кика, но подхват ноги от Мамаева. И тут же контратака рукой. Попадание и потеря капы была здесь. Попадает с дальней руки в корпус сейчас Магомед Мамаев. Очень много руками дергает Валерий. Это чревато. Можно пропустить. Пропустить, да, какой-то удар. И сразу Магомед наказал. Да, как будто услышал Сергей нас. Была попытка тейкдауна, но смог защититься хорошо достаточно Мамаев. О, плотное попадание в корпус. Хороший удар. Плотно, да, прям по звуку было слышно, очень жесткий акцентированный. И рефери вовремя остановил поединок, потому что не смог уже защищаться Валерий Грицутин. Только хотел сказать, что Мамаев работал в боксерском стиле, и такой удар в область печени. Плотный, длинный, да, удар. И вот. Бойцы приветствуют друг друга, оказывают уважение. Это очень приятно видеть. И мы ждем официального объявления победителя в этом бою. Показательный бой, что надо работать сконцентрированно, не раскидывать ручки. В первом раунде нокаутом победу одержал Магомед Мамаев. Да, и в этом бою победу одерживает Магомед Мамаев. Без сомнения, уважение его сопернику Валерию Грицутину. Я думаю, он сделает правильные выводы из этого поражения. И мы ждем интервью победителя. Который подготовил нас на этот турнир. Всех наших трех бойцов. Салих Назирбеков, Арсен Хайрулаев. Хочу передать салам своим родителям, отцу и своей матери, моей мотивации, своим родным. Все, кто за меня болел. Всех благ, родные.